Elijah! Hold on! Ох, ебать. Теперь работаем с дубиной. Да, душнилу кинул. Так, кстати, я не надо посмотреть с твоей стороны. Стакается с твоей стороны. Нужна толпа. Тогда станет понятно. Так. Ну вот и стрелки. Она убил. Что мы имеем? Потрошитель дробовик против панцирной не имеет смысла вообще. Это одно. Толпа. Угу. Че, пусть подойдут. Как раз это. Посмотрим, работает данный талант. Зила там. Кстати, я бочку сразу здесь ему. Ага, да, конечно. Так. Да, убоеба на стрелках. Да, стакается, стакается. Да, 5% действует. Точнее, 50% у меня уже. Работает. По мне урона меньше проходит. Уже хорошо. Хорошо. Так, бомба. Один. Охуеть, он меня выкинул. Вытащить можно? Да, могу. Тогда дропаемся. Хорошо, убедился сам. Он работает, этот талант. Когда рядом Зилот. Нету Зилота, другой талант. Так, сзади. Убили. Так, хилочки сколько? Одна ячейка. Сохраню его. Стрелков дофига. Ой, блядь, сорян. Да, нормально все. Стрелков ебанись просто. У меня, по-моему, отклик случился. Да. Грант успел покинуть, нет, не успел. Так, это, там если что, есть хилка оставшийся. Да. Так, это где? Потому что смерть. Так. Ну я же, блядь, в зону мили вошел, хули вы еще стреляете, пидарас. У меня отклики начинаются. Пинк называется, бомба, да. Душный. Так, на кого наград? Пока на меня. На другого.
сука. На меня он агрит, по-моему. Да. Или на меня. Да, на меня. Так, он на кого-то другого. Нет, не на другого. На меня еще. Да ебал-то плевать в ее вещи. Молодцы, как устроено. Со спины. Понял. Так, со спины у нас это душнило будет. Работаем. Сделать агрин на ближней дистанции — это имба просто с таким талантом. Ой, челик хуёво сейчас. Вот быстрее намного дубинкой справляюсь, чем потрошителем. Вот еще особенность занятия. Так, дальше. И причем это несметная орда, да? Я же правильно понял? Вот и думайте сами, ребята, при выборе оружия. Думайте сами, решайте сами, сосать или не сосать. Оп! Вот какие песенки. Так, боеприпасы. Не, нахуй не надо, бери. Ну, придется брать. Вот и особенность, кстати, тоже минус. Боеприпасы. Ой-ой-ой, у меня вот. Я вот не пойму, из-за отклика я кого-то убил? Или нет? Может быть, им под лак, а не вот. Возможно, не знаю. Охуеть, нихуя они дают. Вот. О, долбоёб на рифле. Где у нас? А там, вот рядышком справа, иди. Медигей, да, где-то здесь. О, метко. О, снайпер. Фак. А, уже взяли. Еще один, что ли? Мой этот отбежал, сучара. Да? А я дум. Ох ты, блядь, что-то гонят. Ой-ой-ой, я... Долбоёб на мне. Ой-ой-ой-ой. Тебя ёбнули? О, понял, пассивочка, да? Пассивка сработала? Да. Угу. Тебя на фул вообще разобрали? Да, меня никто не спасал вообще. Ебать, не конечно, на красавчики. Угу. Так что да, предпочтение гренадерки, все. Даже думать не буду.
Ну охуенно, давай, выкини меня нахуй. Так, это насколько я далеко? Ну тут я фиг пойму, насколько. Так, ну я вижу... Ну я на третьем этаже, короче, как обычно. Ну если что, похится, по-моему. Вот смотрите, зрители, дамы и господа, вот этот сделал, да, заебись будет. Вот будет приятно играть. Любой человек. Ладно, пока выполняй задание, потом поднимешь. Снимешь ты его хоть, нет? Не, я снимаю, я снимаю. Нет, я этому говорю, блядь, снимет он его, нет? А. Должны по-любому снять, у тебя что ли? Где эта хуйня? А случайно не на втором этаже? Поверь. Где находится этот сам череп? Челик, блять, надо помочь как-то. Опять не задерживаться что-то. Наверху, да? Да, походу. Посмотри наверху по лестнице, иди. Так, где здесь лестница? Вот здесь, по-моему, да? Ну и здесь, и там тоже. То есть вариантов два там всего. Ну, по-моему, ты это сейчас на третий этаж идешь. Да, это третий. Блять, граната бы. О, спасибо, игра. Ебать! Я к тебе пошел. А, да, тогда это сам, можешь поднять. Я совсем рядышком. Или есть кто-нибудь с тобой? М? О, кто-то поднимает там. Передумал. Он это решил подняли. Подкати, потому что, блять, поднять. А тут же, блядь, ебало повернул, никого не поднял. Так, на втором этаже, по-моему. Посмотри. Да, вот он череп. Значит, он там. Ты видишь где? Ай, блядь, стрелки ебут. Так, а ты где? Ты наверху там? Да, я пока наверху. Я все вижу где-то. Немножко сумбурно получилось. Да. Сверху бежит. Ля. Кто умер? Понятно. А, псакер. Ну, он здесь появится. Лох нет, друзей. Ну, я его уже заснял этот момент. О, медиков. Взял, да? О, нихуя не умные, дверь открывают. Ну да, они могут. Он еще дальше походить, я засканил. Так, мошонка висит, наверное, она, да? Нет, не угадал. В коридоре.
Угу, посмотри. Может быть ящик там или что там. Ага, ну, га ну гадская какая-то фигня. И здесь какая-то хуйня. Нет, не здесь. Дальше. Да, вот здесь. Нажимай сразу. Стрелок начал трахать. О, как больно, блять, два стрелка просто ебало ломают. О, шотганера. Ты это видел, да? Я, если что, со стрелками там. А, да, да, окей, хорошо. Сейчас слева. Этот долбоеб сейчас выйдет. Да, трактор. Убил. Убил, да? Окей, хорошо. Назад, пойдешь? Один. А, подожди, рядом. Ну, давай пиши со мной. Так. У тебя, по-моему. Да. Я отсканил. Угу, все. Так, ну сейчас дальше медицинков будет, поэтому я не буду раскидывать. Вот КБД вношу только дубинки. Вот так вот. Управляете? Вот, наверное, вот, наверное, большую часть времени игры я только дубинкой могу вот, внести пользу. Больше, чем дробовиком. Потрошитель говно. Все. Окончательно. Все, проходим и... Ну он сейчас надо дефть. Потому что мы сейчас дальше пройдем триггер босса. Угу, да, по-любому. Стопудово. Ну не стопудово, но там триггер босса есть. Так, 4 у меня стака. Я могу спокойно бить. Так. Пропал по пацанам. Вот здесь триггер босса. Угу. Пока его нет. Тут может не быть. Ну может быть так, кстати, триггеры быть и там еще, когда выйдем. Здесь стрелков может быть охуенно, но я беру пока персов. Ну пока что да, берсерга. Так, работаем. Дал гранату. Угу. Да, пожалуйста. Я работаю это самое поближе. Стыгерем. Начинаем. Угу. По маслу прям все. Вот такие дела. Дальше. А, у меня фу патрон. Ну мы что-то патроны взять не могу, а не фу. Да? Деменция получается. Возможно, патроны. Ганнеров просто дохуище. Да, да, их много очень. Так, а ты я эмпичку еще ты... взорву. Ну пусть хотя бы зажгут заживо. Босс. Босс? Да, огр. Я что-то не слышу эту музыку. Ну он заорал, заорал, его слышно было. Не ходи вперед. Окей, окей, я сейчас со стрелками просто разбираю. Мне же, блядь, не показалось, что нахуй. Я слышу Демон Хоста. Демон Хоста слышу, я его вижу даже. Но вот босса? Да блин, ну кто а, может делает? Быть, может быть он. Толпа.
Да, надо атаки. Иначе ебланы обязательно стригерят. Он, блядь, так и стреляет в ту сторону. Так, и с моей стороны идут. Немного. А, нет, уже нормально, по количеству. Один стрелок на что-то побежал, смелый. Да, нормально? Да, нормально. Я сдержал толпу и убил. Так, с какой стороны этого еблана здесь ходить? Ну, ладно. Там еще один внизу, блядь, будет. Видишь, что он? Это что, серьезно? Да. По левой надо идти. Офигеть, это прям это ведьмино место, прям серьезно. Че, хилиться будешь? Конечно. Ну просто там две ячейки, все. Да, я заберу. Все, по левой крутой идем. Учитывая, что броня будет. Мы добиваем. Угу. Просто что я стагерил. Так, ладно, гранату возьму. Пусть на всякий случай пригодится. И, да, следующий я заберу. Угу, да, без проблем. У тебя мало там? Одна. Количество. А, ну просто не показывай, что у тебя красный. Тоже бак. Хм. Тут сейчас еще одна хилка будет, переспрыгну. Okay. Ну если что, говори на всякий случай. Что мы так гранаты. Да, бил. Еще один. Вернул. Мелочь пока хорошо. Заодно тебе. Ну, зато сопротивление отличное заодно. Да, да, я говорю, вообще лучший талант. Лучший талант. Особенно когда зело там. Ебать! Большого возьмешь? Да. Большого беру. Эти можешь ебашить. Там внизу, походу, стрелки. Я бы нажимаю. Ладно, беру пилку. Все равно мы. Да, конечно, сейчас знаешь. Да хули, а ямо, блядь. Я не стреляю практически. Да я тоже практически не стреляю, вот просто. Что я буду делать с дробовиком вообще? На ту сторону. Так, ага, ты в эту сторону пошел, да? Так, у тебя вот. Добил. Оп, дроб. То ли дробаш, то ли какая залупа. Просканил. А, это у тебя огнеметчик пробежал. Один. Ну я увидел, я просто мимо прилетел. Угу. За угол сразу же. Что-то один там это АФКшник. Ну все, минус даже. Вылетел, что ли? Да. Как я думал. По-моему, у него краш случился. Ну, скорее всего, краш, потому что он АФК встал.
хуйня там будет лететь, нет? Пока не подойду, да, вот просто. Пока не подойдешь, не полетит. Ёжик, птица гордая, пока не пнешь, не полетит. Ну, вот точно. Перезашел человек. Все. Ага, я пока сдерживаю. Вот на этой миссии я на пятерке типов поднимал. До сюда довел все говно, блядь. Босса, блядь, элиту и прочую хуйню. Три раза поднял, пока гранаты были. На четвертый раз не смог. Потому что гранат не было. Но босса убил. Вообще красава. Ой, тут каждый раз по-разному, нихуя себе. Не обращал внимания. Ну да, здесь по-разному. Кстати, даже вторая хилка не понадобилась. Я так с собой таскаю. Глубоко. А потрошитель говно. Вот и думаю. Полчаса, кстати, мы душную миссию прошли. С усилением. Кековая, блядь.